Во Владикавказе состоялся конкурс «Юный доброволец Алании-2018». Он является региональным этапом всероссийского конкурса. Форум с вручением одноименной премии является ключевым проектом «Года добровольца в России». Цель регионального этапа конкурса – формирование и развитие культуры добровольчества. Всего от нашего региона на конкурс поступило около 50 заявок. Участники разделены по двум возрастным группам – от 8 до 13 и от 14 до 18 лет. Конкурсанты представили жюри отчет о проведенной работе за весь год. Ребята реализовали различные социальные проекты. Это благоустройство школы, города, помощь старикам, ветеранам, мероприятия для детей с ограниченными возможностями. Добавим, что победители регионального этапа станут участниками федерального конкурса. Эти ребята, они вырастут, они будут в помощь государству. Есть много очень зон, сфер деятельности, до которых руки не доходят. Эти ребята никогда не будут вандалистами, они будут за экологию, потому что сами проводят экологические акции, никогда не будут мусорить, никогда не пройдут мимо ребенка-инвалида, потому что очень много акций мы проводим с людьми с ограниченными возможностями здоровья. То есть эти ребята, будущие достойные граждане России, они во всех сферах себя находят, себе применение.